мы выбрались наконец-то из лап канализационной грязи, пыли, ошметков и прочего. Возьмите боевую гранату. Для чего, вы спросите? Ну, я вам скажу, для того, чтобы собрать дохерища халявных денег. Около 2500 песо сейчас мы сможем поиметь. Я сейчас расскажу, где. Сейчас пройдет загрузка. Ага, вот она прошла. Они молятся куску мясу, как бы. Надеюсь, это не Эшли. Хорошо, советую сразу же, вообще не думать, сразу кидайте гранату в мясо. Там по-любому всех убьет. Но не убьет чувака в красном, с которого падает главная драгоценность. Поэтому нам нужно быстренько спрыгнуть вниз и добить его любым способом из ТМП. Дело в том, что из его головы еще появится плага. И почему с этой плагой бежит в сторону выхода, обламывая вас на эту самую подвеску. Вот она, подвеска Лос Элиминадос. И куча спиннелов от его прислужников. Я думаю, что как бы это неплохой заработок. В обмен на одну боевую гранату. Но если вы же ничего не сделать, то они убегут вот в тот ход. Проход, он закроется, и вы не сможете ничего сделать. Никак забрать эти деньги. Хорошо, пришло время добраться до второй маски. Лежит она не очень по тайном месте. Спрятали ее не очень хорошо. Поэтому добраться, я думаю, не составит труда. Здесь две бочки, бирюза и три патрона к снайперской винтовке. Спасибо. Значит, прыгаем на следующую люстру. Отлично. Здесь нажимаем на рычаг. Ну и, собственно, та самая маска, о которой я и говорил. Вот она здесь лежит. Забирайте ее. Я сразу же вставлю первый камешек. Отлично. Спрыгиваем вниз. Спрыгиваем. Давай, Леон, прыгай. Отлично. Спрыгнули, идем дальше. Поднимаемся наверх. Здесь еще один продавец товаров разных. Посмотрим, что у него есть. Говорит, что список обновлен, но это далеко не так. Ничего нового там нет. Я уже все проапгрейдил до максимума. Поэтому ничего хорошего. Продаю подвеску, продаю зеленые глаза, продаю фонарик, продаю бирюзу и спину. Come back any time. Хорошо, идем дальше. Загрузка. Эх, многих ты довела до белого коленя, уважаемая загрузка. Ну что ж, ничего страшного, подождем. Хорошо, загрузка прошла. Мы оказались в какой-то красивой комнате, хорошо освещенной. Берем красную траву, заходим сюда. Здесь у нас патрон для пистолета. На столе записка от Рамона Салазара, великого карлика империи и вообще бога Resident Evil 4. Если вы хотите прочитать, что он пишет, пожалуйста, ставьте на паузу видео и читайте. Никто вам, я думаю, не помешает это сделать. Пишет он про то,
что как бы давным-давно как бы его предки Рамона закопали под замком где-то типа плагу, которая подчиняет людей, а он все узнал, выкопал и вместе с Адлером решили создать культ или что-то такое. В общем, неважно, почитайте сами. Значит, мы выходим в следующую комнату, тут два снайпера. Я, как всегда, мажу. Вот, отлично. Прострелил и пушку, и... ну, то есть и выстрел, да, и стрелу огненную, и чувака, который ее стреляет. Ой-ой-ой, осторожно, бум, хэдшот! А! Блин, ребят, я реально не заметил. Ай-яй-яй, не бей меня, не бей меня. Все, ты попал, чувак. Бум! Бум! Бум, хэдшот! Урод, блин. Хорошо, ладно. Ладно, ладно. У меня есть чем ХП восстановить. Еще осталось целый спрей, да, про который я уже 100 раз говорил. Поэтому как бы я не парюсь за здоровье пока что. Ломаем долбанные кувшины, в которых ничего нет. Практически, ну, вообще-то есть. Вот, например, зеленая трава. Ничего. Тут денежки. Хорошо. Все забрали. Идем дальше, поднимаемся наверх. Так, 1300. Агиста твой брат. Блин, хотел сюплекс сделать, не получилось, к сожалению. Немножко поел он у меня здоровье. Ну ладно, сейчас грибница он там поест. Если... отлично. Покушал говнеца. Идем дальше. Сейчас я быстренько расскажу, в чем смысл. Там запертая дверь. Нужен ключ у того красного, которого мы видели в заставке. Перед тем, как войти в комнату. Но проблема в том, что этот самый красный, он все время хочет от нас убежать. Бежит он на первый этаж, где его ждет пулемет. Ваша задача любыми вообще способами не дать ему этого сделать. Тут, кстати, комод с кучей, по-моему, с 4 косарями песа, неплохо. Вот он бежит. У меня редко это получается, но в этот раз получилось. Я попал ему в ногу, после этого он упал. И это значит, что я 100% не буду сейчас испытывать неприятности. Итак, если вам не удалось попасть в него, если вам не удалось попасть, то советую спрыгнуть заранее с балкона, с этого, и пойти через дверь. Если же он все равно от вас убежал, то тогда вам придется по кругу ходить от него и бегать от этого пулемета, и, в общем, не очень такая веселая вещь. Отличный сюрплекс, минус голова сразу же у него, ну и забираем ключ и выходим отсюда. Тут, по-моему, один чувак был с щитом, но, видимо, в этот раз его здесь нету. Он решил сегодня отпуск взять. Ну, это нам только на руку. Хорошо, выходим отсюда. Здесь нам больше делать нечего. Конечно же. Открываем ключом дверь и выходим. В следующую комнату. Здесь нас ждет небольшой... пазл сложности, я думаю, он не представляет. В чем смысл? Я, в принципе, проходил его в первый раз, но пройти его вообще не составляет труда. Принесите что-то в жертву, ла-ла-ла. Неважно. В общем, нужно жать так. 1, 2, 3, 4 и проверить. И все.
это не очень сложно, ребят. Реально. Но когда я первый раз, я реально проходил. И, то есть, это было довольно...